Наши девушки совсем недавно занялись дзюдо. Их соревновательный опыт еще очень мал, мастерство пока не отточено. Порой спортсменки медлят там, где надо действовать быстро и решительно. А с другой стороны, растет и уровень защиты. Прямые технические действия проводить все труднее. Значит, надо переходить к комбинационной борьбе. Предварительной атакой вызывать такую защитную реакцию, которую можно использовать для следующего, основного приема. Этим фильмом мы хотим помочь дзюдоисткам и их тренерам в освоении более эффективных комбинационных действий. Обратимся к защитам, которые в них можно использовать. На вашу попытку провести бросок соперница реагирует так. Перешагивает вперед через атакующую ногу при атаке передней подножкой. Отшагивает назад, если вы проводите заднюю подножку. Упирается ногой вперед в татами в ответ на переднюю подсечку. Или, защищаясь от боковой подсечки, загружает своим весом атакуемую ногу. Приседает с упором туловищем в спину соперницы, отклоняясь назад в ответ на подготовку броска со спины. Соскакивает, как мы говорим, с бедра в защите от броска через бедро или через спину. Упирается бедром в бедро соперницы. Приседает, отводя туловище назад, с упором на пятки, пресекая бросок через голову. Все эти защитные действия атакуемой вызываются преднамеренно, когда уже принято решение о том, как завершить атаку. Мы разберем по одной комбинации с бросками из разных групп и дадим несколько их вариантов. Начнем с простейшей для изучения комбинации. От зацепа к броску захватом ног. Атака зацепом стопой снаружи. Захват за подколенный сгиб, бросок. Преследование удержанием поперек. Подколенный сгиб надо атаковать в тот момент, когда нога только оторвалась от татами, не раньше и не позже. Мы показали комбинацию на бросок захватом за подколенный сгиб. Соперница высоко поднимает ногу. Захват за подколенный сгиб не проходит. Вариант. От зацепа стопой снаружи к броску захватом за пятку изнутри. Вот так синхронно нужно действовать ногой и рукой. Комбинации с подсечками результативны, если они следуют моментально, одна за другой. Посмотрите, атака передней подсечкой и темп боковая подсечка. Проводить подсечку надо до того момента, когда соперница успеет загрузить своим весом атакуемую ногу.
Посмотрите еще раз. Практически это сложный вариант подсечки в темп шагов, а именно в один шаг. Вот варианты комбинации на подсечку. От боковой подсечки с подшагиванием подсечка изнутри другой ноги. Атака на бросок через голову с упором стопой в живот и той же ногой боковая подсечка. Соперница отклоняется назад, оставляя впереди ногу. Вот эта нога и подсекается сбоку. Еще вариант. Попытка зацепа снаружи голенью, передняя подсечка. Используя наклон атакуемой вперед и отведение ею ноги. Как видите, в комбинации не надо объединять два полноценных приема. Нужно лишь такое обозначение первого атакующего действия, чтобы соперница поверила в него. Вот, например, попытка подхвата изнутри. И тут же передняя подсечка. А вот и в соревновательной схватке попытка зацепа стопой снаружи, зацеп изнутри коленью и подсечка изнутри. В дзюдо распространены всевозможные зацепы. Они наиболее эффективны, если подготовлены комбинационными действиями. Вот одна из таких комбинаций. От броска со спины к зацепу голенью изнутри и удушающей петлей спереди. Здесь атакуемые реагируют уже на тягу руками вперед, и поворот спины даже не нужен. Это хорошо видно в верхнем ракурсе. Варианты. Защита упором в татами от передней подсечки годится для перехода на зацеп стопой снаружи. Преследование удержанием верхом. А вот попытка на бросок через бедро и зацеп голенью изнутри. Одна комбинация. От передней подножки используя перешагивание зацеп голенью изнутри. Если комбинация начинается с попытки на бросок назад, то защита, как правило, строится на наклоне вперед. И тогда можно провести подхват, бросок со спины, через бедро или переднюю подножку. Еще одна группа бросков вперед – подхваты. Комбинация. От передней подсечки к подхвату изнутри. Соперница, защищаясь, напрягается и немного сгибается. В этот момент атакующая прыжком как бы входит под нее, проводит подхват и болевой прием. Посмотрите, какое плотное вкручивание перед броском. Варианты. От зацепа голенью изнутри к подхвату изнутри. Подхват после попытки на заднюю подножку или отхват. Атаку соперница наклоняется вперед и отставляет ногу. В этот момент развернуться и провести подхват под две ноги. А вот зацеп ногой за бедро на заднюю подножку. И с разворотом прыжком подхват под две ноги. Переход на рычаг локти. Еще вариант. От броска через бедро к броску отхватом. Перейти не на отхват, а на боковую подножку. Утрированная попытка на подхват под две ноги вызывает защитную реакцию. Соперница отклоняется назад.
В этом случае эффективен бросок ножницы, двойной подбив ногами. Как видите, на соревнованиях передняя подножка часто не получается. И ничего удивительного, мы не видим подготовки к ней. Давайте посмотрим, как надо готовить переднюю подножку. Попытка на зацеп стопой снаружи и передняя подножка. Атакующие используют наклон соперницы вперед и проводят бросок. Затем сразу начинает удержание. Варианты. Попытка выйти на заднюю подножку или отхват. Соперница отставляет ногу. Используя ее наклон вперед, проводим переднюю подножку. Заканчиваем болевым приемом рычаг локтя. От подсечки изнутри к передней подножке. Здесь важно от подсечки изнутри развернуть ногу без постановки на татами и провести переднюю подножку. А вот комбинация из двух передних подножек с использованием защиты перешагивания. Повторять подножку надо, пока соперница не восстановила равновесие. Ее наклон вперед как защитная реакция. А вот передняя подножка после подхвата. Пока отшагнувшая нога соперницы не опустилась на татами, атакующей надо успеть поставить свою ногу для броска. Соперница наклоняется вперед. Пока она не приобрела устойчивость, проводится прием. Броски через бедро разнообразны, сложны и требуют тщательной подготовки. Вот основной бедровый бросок. Подготовка попытки на зацеп стопой снаружи, вызывающей защиту отшагивания. Надо войти в прием раньше, чем соперница загрузит своим весом отшагнувшую ногу. Бросок через бедро с захватом шеи, подготовленный подсечкой промахиваясь. Нога должна как бы скользить по ноге соперницы без единого лишнего движения. Для бросков со спины характерен плотный вход под атакуемую. Комбинации часто начинаются с атаки боковой подсечкой. Соперница перешагивает через ногу, можно проводить бросок. Напоминаем, что встать для броска надо раньше, чем атакуемая перенесет вес на отставленную ногу.
Вариант. Попытка на подсечку изнутри, заставляющая отшагнуть назад. И бросок со спины. Ваша нога должна двигаться точно вслед за отступающей ногой соперницы. А вот попытка на заднюю подножку. И тут же разворачиваясь, бросок со спины. Можно провести бросок со спины в разножке. Это дает большую устойчивость, когда соперница отклоняется назад. В отличие от бросков со спины, броски через спину чаще проводятся с падением. Как их готовить? Вот бросок через спину с захватом руки под плечо. Он готовится боковой подсечкой, промахиваясь, создающей большее вращение и плотный вход в прием. После такой же подготовки можно провести бросок через спину с захватом руки на плечо. А это вариант комбинации на бросок через спину с захватом шеи. Броски через голову и через грудь – небогатый вариант. Мы покажем лишь по одной комбинации с этими приемами. Атака броском через бедро, защита встречным движением бедром и бросок через грудь. Есть два варианта окончания комбинации. Первый – броском, уходя под соперницу, используя инерцию ее защитного движения. Второй вариант – броском с плотным захватом и подбивом тазом. Бросок через голову готовится попыткой на переднюю подсечку. Вызывая ответную реакцию, важно не ставить ногу на татами, а сразу проводить бросок через голову. Смотрели лишь некоторые атакующие комбинации. Обо всех, конечно, не расскажешь, да и не это наша цель. Мы хотели донести до вас основную идею комбинационных действий. Раскрыть принципы проведения комбинаций. Дать почву для дальнейшего творчества тренера.